Много лет назад я был на вашей планете. И вот сегодня космический экипаж полетит на мой маленький астероид, чтобы предотвратить его столкновение с Землей. По-моему, это глупо. Так, дети, вылет космонавтов задерживается. Стойте здесь спокойно, все будет хорошо. Я не пойму, что? Как? Что происходит? Как это задерживает? Что за бардак такой? На космодроме дети еще. Надо идти. А давай в ракете погреемся. А можно? Ну, 5 минут. Побежали. Посмотри, какая кнопка. Что ты наделал? Мама! Ой, как это угнался. Курс корабля установлен на астероид B612. Зачем на астероид? Нам домой нужно. Нам домой, нам домой надо! Посадка закончена. Экипажу покинуть корабль. Эта экспедиция немного не такая, как планировали на Земле. Да, впрочем, что здесь делать и исследовательской группе? Это же моя планета. А вот, кстати, и я. Так, давайте знакомиться. А мне кажется, я вас знаю. Вы маленький принц? Да. Осторожно, только не нажимай кнопку! Ну вы поняли. Теперь мы будем искать нажимателя кнопок. Это и к лучшему. Что-то я здесь засиделся. Заодно навещу соседей. Так, 35 500. Весьма своеобразных соседей. Итого получается, так, что это такое? О! Итого получается 36 568. Я так устал, так устал. Еле передвигаю стрелки на часах. То на час вперед, то на час назад. Ну, что вы скажете, принц? Даже приказ сверху. С печатью. Что-то важное случилось со мной в последние дни. Все стало другим. Может быть, это я сам изменился. Мое сердце бьется чаще. Я готов передвигать звезды, лететь на край Вселенной ради ее улыбки. Я так счастлив. Я счастлива, принц. Я обязательно прилечу к тебе, Наташа.